Вот погода же бывает, она тоже разная. Бывает, метель воет и воет, и воет, и воет, и минус 50, на улицу выходишь, ведь обжигает, холодно. Вот. Но также и в общении с людьми бывает так, что холодом так повеет от человека, что и как бы хочется отойти в сторонку от него. Ранить словом можно сильно. Сильно. И это больно. И я, во всяком случае, стараюсь по жизни не обижать людей. Лучше промолчать. Даже вот как бы в коллективе бывает всяко, да, там кричат, ругаются. Я набираюсь терпения и стараюсь спокойно все-таки до человека достучаться, что нельзя так, ты не прав, там, или ты не права. Это должно быть вот так и так. Ну, как бы иногда получается, иногда не получается. Иногда человек придет и как бы извинится, скажет, ну, простите меня, вот я недопонимал, там, вот как бы я не прав. Вот. А иногда человек заходит и начинает общаться, как будто бы ничего не бывало. Вот. Иногда начинает общаться на каких-то официальных нотках, на таких, что вот я и больше никто. Бывает. И такое бывает. Как с этим жить? Ну, наверное, прятать в уголочек и радоваться, потому что все-таки больше хорошего в жизни.